Доброго здоровья, дорогие братья и сестры, дорогие гости и подписчики моего канала. Сейчас я вам покажу, как же с помощью фото определить национальность. Что это за приложение, как это сделать платно, бесплатно, на любое устройство. Начнем с Apple. Чтобы скачать эту программу на свой iPhone, вам надо зайти в App Store и ввести градиент. Окей. Чтобы сделать это на Android, надо сделать все то же самое. Надо зайти в Play Market и ввести градиент, нажать установить, подождать, открыть. И вы предстанете перед выбором купить доступ к этой программе на месяц, либо попробовать 3 дня бесплатно, и через 3 дня с вас снимет плату за год. Вот, я взял 3 дня бесплатно, и через 2 дня отпишусь, и с меня никакой платы не снимет. Ну и в приложении все же предельно просто. Выбираем вот этот тест, выбираем фотку, сохраняем, отправляем друзьям, веселимся. Так, теперь, как и обещал, указываю бесплатный способ. Заходим на сайт VonVon, ссылку оставлю в описании. Тут вот точно так же самое выбираем фотку и ждем. Конечно, тут все оно лагает, вылезают какие-то окна, но я думаю, оно того стоит. Но, конечно, оно не будет так круто. Вы смотрите, я загрузил эту фотку одно и то же в официальное приложение и на этот сайт. В официальном приложении совсем другие результаты. А на сайте, я бы сказал, результаты даже некорректные, потому что эта девушка-блондинка, ну какая индиан. Вот так, ребята, есть платный способ, есть бесплатный. Бесплатный, конечно, более такой тупой, но в принципе, наверное, как-то сойдет. Все, я желаю вам удачи и хорошего настроения.